На совещании об итогах работы отчитался городской многофункциональный центр. Такие сегодня есть почти во всех районах города. МФЦ значительно упростили сочинцам процесс получения услуг. Все необходимые документы можно подать в одном месте, не бегая по ведомствам. Результат – 1000 обращений сочинцев в многофункциональные центры, которые оперативно решают их вопросы. В МФЦ, которые работают по принципу одного окна, сочинцы могут обратиться за получением более сотни услуг – федеральных, региональных и муниципальных. О последних на совещании говорили особо. Одна из главных проблем – нарушение сроков исполнения услуг. Сегодня в МФЦ насчитывают 215 таких просрочек. Все по линии Департамента архитектуры и градостроительства. Анатолий Пахомов поручил разобраться в ситуации и потребовал свести просрочки к нулю. МФЦ – это тот орган, который должен работать как одно окно и исполнять все регламенты. Регламенты это для того и писались, чтобы каждый чиновник, который должен принимать решение, положительное или отрицательное, укладывался в сроки. Это первое. Второе. Ни при каких условиях заявитель не должен приходить к исполнителю муниципалитет, чтобы исключить контакты. На последующих заседаниях Совета по противодействию коррупции планируют поднять тему самостроев. Вот это надо проверить.